там. И здесь все зависит от нашего следующего хода. Поэтому при чем здесь черно-белая доска? Здесь на самом деле решается вопрос, какой я фигурочкой ход сделаю. Как я поиграю, правильно? Как я играть буду? Какой я ход делаю следующий? Вот вы сейчас здесь находитесь, завтра еще побудете и домой поедете. Какой вы следующий ход сделаете, когда вы домой приедете? Это зависит, господа, от вас. Я вам сейчас скажу, я не знаю, Роман здесь или нет. Роман! Господин Роман, вы здесь или нет? Нет. Нет, вы здесь. А, окей. Но я все равно расскажу эту историю.